Привет, привет! Как бы ни странно это звучало, но если у нас мало энергии, значит у нас мало денег. Итак, давайте разбираться, куда уходит наша энергия. Запоминайте, а лучше сохраните это видео. И вообще, я никогда не призываю подписываться на мой аккаунт, потому что здесь очень много информации, которая, возможно, вам и не нужна. Итак, если у нас мало денег, у нас мало энергии. И что с этим делать? Сейчас будем разбираться. Первое. Мы делаем не то, что хочется. Второе. Мы выступаем в роли жертвы. Третье. Мы выступаем в роли спасателя. Четвертое. Мы выпрашиваем любовь. Пятое. Мы находимся в состоянии агрессии. Ну и так далее, и тому подобное. А именно, мы зависаем в негативных эмоциях. Вы можете этот список продолжить до бесконечности. И на все это уходит огромное количество энергии. И скажите, пожалуйста, где здесь место деньгам? Выходов из этого великое множество. Присоединяйтесь в мой клуб позитивных и богатых друзей, и энергия увеличится, деньги начнут приходить легче, жизнь станет интереснее. Сейчас я вам расскажу про очень интересный метод быстрого, просто моментального для меня в исполнении энергии. Этот метод я очень люблю, потому что его можно делать в любом месте. На работе, дома, в метро, в трамвае, в транспорте. То есть, где вам нужно, и нужно этому уделить хотя бы одну минуту. Но вообще, чем больше, тем лучше. Есть и самое главное, нужно это постоянно практиковать. Когда вы практикуете, то вы к этому привыкаете. И этот метод называется мудрый. И это соединение наших пальчиков таким образом, когда мы, то есть через наши пальчики, это наши меридианы, и через наши пальчики протекает энергия. И когда мы как бы вот какие-то закольцовываем эту энергию, эта энергия начинает правильно циркулировать в нас. И сегодня я вам покажу, который рассказывает о трех очень важных мудр, которые действительно эти мудры помогают женщинам. Только для женщин. Вот. И хотя, вы знаете, девушки мои дорогие, вот два видео, которые я вам сняла про женские энергии, кто первый поставил мне, как говорится, сердечко отправил? Мужчина. Вот, это первые части, первый мужчина, зовут его Олег. Я вам возвращаю ваше сердечко, мне было очень приятно. Благодарю вас, что вы смотрите. Значит, вам видео понравилось, значит, в этом есть какое-то интересное, интерес и мужчинам. Ну что ж, я очень рада. И давайте с вами поговорим о мудрах. В этом фильме вы не только узнаете, как делать мудры, но и узнаете, для чего это надо. Это потрясающе. Действительно, мудр очень много. Я постараюсь выкладывать их потихонечку. Выберите одну-две мудры и практикуйте. Если у вас есть вопросы по мудрам, как их выполнять или еще что-то, пишите мне, и я вам отвечу. Также я создала специальный телеграм-канал по ответам, потому что, знаете, видео они проходят, а вот в группе можно будет пообщаться. Не только я могу, но и другие люди могут высказать свое мнение. В шапке профиля есть этот канал, там еще никого нет. Я его недавно создала. Ну, в общем, приглашаю и переходим. Эту мудру нужно взять на вооружение всем женщинам. Оказывает положительное влияние на кожу и убирает следы усталости. Слегка коснитесь кончиком мизинца кончика большого пальца. Остальные пальцы должны быть выпрямлены.
действия, поддерживается уровень влаги в организме, помогает справиться с такими проблемами кожи, как сухость, кожные инфекции и угревые высыпания, придает естественное сияние и блеск лицу, снимает и предотвращает любые мышечные боли, помогает при любых спазмах. Мудра воздуха. Согните указательный палец, слегка нажмите большим пальцем на вторую фалангу. Остальные пальцы держите выпрямленными. Действие успокаивает при тревожном состоянии, уменьшает стресс, помогает избавиться от нетерпения и нерешительности. Выполнять до исчезновения симптомов, но не дольше. Мудра солнца. Согните безымянный палец и нажмите на него большим пальцем, выпрямив остальные пальцы. Выполняйте мудру 5-15 минут 2 раза в день. Действие стимулирует щитовидную железу, уменьшает аппетит и помогает похудеть, улучшает пищеварение. И это еще не конец. Давайте с вами проведем практику на деньги. Ведь сегодня у нас как раз мы говорили о деньгах. Смотрим, повторяем. И всех благ. Делает вас миллионером. Для этого вам понадобится 3 лимона. Это очень важно. Берем лимон и начинаем катать. 1 миллион, 2 миллиона, 3 миллиона. Миллион за миллионом станет денежным законом. Проделайте эти действия и оставьте их на 3 дня. После нужно их съесть. Поделитесь этим видео, чтобы все сработало. Да будет. Для энергообмена поставьте в комментариях «принимаю». Удачи, благосостояния, здоровья. Обнимаю, люблю. Пока-пока.